Создание сайта для одних – ремесло, для других – настоящее искусство. Слепить можно что угодно и как угодно. Будет ли после ресурс работать – большой вопрос. Главная цель, которую мы всегда преследовали и будем преследовать, проводя подобные семинары, это развитие рынка. Мне очень важно, чтобы наши предприниматели, бизнесмены, малый и средний бизнес понимали все те особенности, да, с помощью интернета, как они могут достигать своих целей, увеличивать продажи, привлекать новых клиентов. Простота – залог качественного сайта, уверен Михаил Христосенко. Ко мнению этого человека внимательно прислушиваются первые руководители компании. Здесь важно отношение. Как человека встречают по одежке, так и сайт – это лицо фирмы. Чем оно симпатичнее, тем больше благодарных клиентов. В связи с тем, что конкурентная линейка очень высокая в туристическом секторе, каждый раз приходится находить новые какие-то пути, инструменты решения проблем этих, то есть повышение продаж. Услуга – это сложный сегмент рынка, поэтому мы ищем все время что-то новое. Нельзя стоять на месте, да, тем более, что интернет очень быстро развивается, поэтому необходимо и нам постоянно развиваться, догонять время, то есть следить за какими-то новыми обновлениями, трендами. Интернет не просто быстро развивается, он стремительно меняется. Быть на острие времени возможно, если самому не останавливаться в развитии. Такие семинары как раз и заставляют размышлять, в том ли направлении идет бизнес или есть другой путь, более короткий. Валерия Ермак, Константин Червяков, новости моего города.